Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Анна, я живу в Саратовской области, это Средняя полоса России. Если вы впервые на моем канале, то я очень рада вас приветствовать. Мой канал о садоводстве, о том, как я облагораживаю свою территорию, о том, как я что-то сажаю, пересаживаю, делюсь своим опытом, показываю результаты того, что у меня получилось. А сегодняшнее видео я хотела бы посвятить посадке луковичных. Дело в том, что у нас в последнее время идут постоянно непрерывные дожди. Вот сегодня выдался такой денек без дождя, хотя земля очень сырая. Я не знаю, конечно, как получится у меня высадить тюльпаны, но я знаю, что как бы их пора уже высаживать. Но дожди идут прям постоянно и непрерывно. Сегодня выдался денек, Хотя уже вечер, ну вот я решила посадить а, свои тюльпанчики, которые я приготовила. И не только тюльпаны, еще крокусы решила посадить. Ну а с крокусами, друзья, у меня приключилась такая вот, ну интересная история, а, как бы от моей невнимательности. Ну в общем-то ничего страшного, но я вот хочу вам сейчас рассказать о том, что у меня произошло. Чтобы вы были а, в будущем внимательны, когда покупаете крокусы. Ну вот, друзья, хочу вам показать, какие крокусы я купила себе для посадки. То, что я хочу посадить. Вот такой крокус крупноцветковый. Очень красивый. Еще один крокус ботанический. У меня мало опыта в посадке крокусов. У меня они росли, там небольшая куртинка, но почему-то в этом году они у меня не цвели. Я так предполагаю, что я их очень глубоко посадила. В этом году хочу посадить их пораньше. Вот такой крокус. Купила я их в сентябре, в начале, даже, можно сказать, первой половине сентября. И положила в холодильник. Там они у меня лежали и ждали своего часа, ждали октября. Ну, собственно говоря, неплохо они сохранились, никаких там подпрелостей, ничего нет. Немножко начали прорастать. А вот еще один пакетик с крокусами, с которым произошел вот такой казус у меня. Я посмотрела на цвет, думаю, ой, какие хорошенькие, сиреневые. Но совершенно не обратила внимания, что это крокус осенний цветущий. Друзья, ну я, честно говоря, даже не знала, что бывает крокус осенний цветущий. И что получилось с ним? Положила я в холодильник и забыла на какое-то время. И вот смотрите, что произошло, как он сильно вырос. Если бы я посадила его в начале сентября, то возможно, уже, ну, не знаю, цвел бы он или нет, вряд ли, но вот листва, по крайней мере, его уже была нормальная бы. А может, даже и зацвел бы. Но я его продержала целый месяц, даже больше месяца. И вот он у меня как пророс. Мне очень обидно, что я не посмотрела сразу, что я вообще не знала о том, что бывают кроксы а, такие а, осеннецветущие. Так что имейте в виду, если кто об этом точно так же не знал, как и я, что вот такие кроксы тоже бывают. И нужно их высаживать, я думаю, пораньше. Ну, может быть, даже в августе, может, в сентябре. Ну, чтобы они как-то уже укоренились и пустили свои там листочки. Вот. Такая вот история произошла у меня с кроксами. Ну, сейчас я их буду сажать, делать нечего. Придется их посадить. Как бы, что будет, то будет. В этом году ничего я от них не дождусь, конечно, но на будущий год буду надеяться, что они осенью зацветут. Еще вот здесь у меня такие замечательные тюльпаны, очень хорошие такие луковицы, прям вот целые, нигде не порченные. Это обычные красные тюльпаны. Я купила их у бабушки и хочу посадить хочу их посадить, нашла место. Я в этом году облагораживала территорию вокруг своей груши, приствольный круг, и вот хочу посадить туда и крокусы и эти тюльпаны. Еще, друзья, что у меня здесь на столе есть? Вот такой вот в Альберсе заказала я дёготь березовый, потому как в этом году я смотрела, что же Сделать мне, как же мне обезопасить свои луковичные от мышей. Друзья, в этом году очень здорово подъели у меня а, все тюльпаны мыши. В том году я покупал сортовые, красивые, но в этом году они даже не взошли. А если взошли, то были все какие-то больные, в общем плохие и совершенно меня не радовали и не цвели. Что я здесь приготовила? Я приготовила вот такие вот а, тряпочки. И потом вам по ходу дела объясню, что я буду с этим всем делать. Ну вот такие вот у меня покупки. Вот такие у меня казусы. А сейчас пойдем уже на место, где я буду все это высаживать. Дальше приходится комментировать видео за кадром, потому что в процессе съемки потом оказалось, что у меня пропал звук. Вот этот приствольный круг вокруг груши. Здесь у меня повторяющиеся посадки вокруг. Это Вероника, выращенные из семян. И хосты. Возле приствольного круга посажен очиток. И вот я сейчас хочу ближе сюда к краю посадить вот видите ямки подготовила песок насыпала на дно посадить туда крокусы а в ближе к стволу вокруг посадить тюльпаны. Вот такая у меня задумка, что весной все это будет цвести. Каждый год выкапывать я не планирую тюльпаны, эти обычные, никакие не сортовые, простые красные тюльпаны. Поэтому я, собственно, дам им волю расти и размножаться. И попозже я потом их выкопаю. Когда настанет время. Вот подготовила такие лунки, насыпала туда песок, чтобы не загнивал, не загнивали луковицы, и буду использовать удобрения для луковичных. Обычно ну, здесь помощница пришла, которая носом тычет в камеру. Вот такие удобрения для луковичных я использую второй год. В принципе, неплохой чеснок сажали с этими удобрениями в прошлом году. Неплохие удобрения. Брала в фикс-прайсе. Вообще недорогие, очень доступные. И в то же время хороший там состав. Вот эти лунки делала неглубокие, потому что боюсь опять заглубить, что не будут цвести. В принципе, мы на это место сгребаем зимой очень много снега под эту грушу. Тут большой сугроб всегда. Поэтому я думаю, что ничего страшного не будет. Вот так посадила крокусы. У меня их не так много. Вот по три штучки подальше друг от друга разместила. Для чего нужен этот дегать? Дегать березовый, который я заказала на Вальбрис, то есть в интернете. Посмотрела ролики у садоводов, а также почитала вот, статьи о том, что березовый дегать очень хорошо отпугивает всякого разного рода э, насекомых, а также медведку, мышей. И, в общем-то, его используют для отпугивания от луквичных. Ну и решила попробовать этого своего рода эксперимент. Вот, показываю, как я буду э, мочить эти тряпочки, потому что дгать этот бутылочки жидкий. И вот таким образом раскладывали люди рядом с луковицами. И запах этот, запах, конечно, очень ядреный. И вот этот запах отпугивал мышей. И они не подходили и не грызли, не ели луковичные. Ну вот налила я, сколько у меня получилось. Сразу скажу, друзья, я без перчаток все это делала, но советую вам использовать перчатки. Впоследствии я поняла, что настолько этот запах въедается в кожу, что потом у меня, ну, честно говоря, руки воняли дня два. Какими средствами я только их не мыла, пока не выветрилась. Поэтому я вам советую использовать перчатки резиновые. Ну, теперь все это закопаю и будем ждать результат. Друзья, у нас стемнело. Я понимаю, что съемка, конечно, ужасного качества, но просто вот покажу, как я разложила вокруг ствола вот так луковицы и тряпочки с дегтем березовым для того, чтобы отпугивать мышей. Ну вот так вот все закапываю и весной ждем результата. Обязательно поделюсь с вами, что у меня получилось. Съели мыши мои тюльпаны или нет. Ну вот, дорогие друзья, я закончила свои посадки луговичных. На дворе уже ночь. Но я очень рада, потому что весной это будет, конечно, такая красота, которая будет радовать нас. Я уверена, что вы тоже сейчас самое время для посадки луговичных, что вы тоже их сажаете. Для того, чтобы весной, смотря на эти прекрасные цветы, на эти первоцветы, на душе у нас было тепло, хорошо и уютно. И радостно. Всего вам доброго. До встречи на канале Мой солнечный сад.